В Меркель бросили помидоры во время выступления. Канцлер отреагировала на инцидент с улыбкой. В городе Гейдельберг на сцену, где выступала канцлер Германии Ангела Меркель в рамках предвыборной кампании, неизвестные бросили несколько помидоров, пишет Спигл. Полиция подтвердила, что в направлении сцены кинули два помидора. До левого бедра Меркель долетела пара капель, немного досталось и стоящей с ней рядом ведущей мероприятия. Канцлер сдержанно отреагировала на инцидент и спокойно протянула ведущей носовой платок. К моменту броска она уже закончила свою речь. Виновников происшествия устанавливают. Напомним, выборы в Бундестаг Германии состоятся 24 сентября. Ранее сообщалось, что Меркель победила в теледебатах своего соперника по выборам на пост канцлера Мартина Шольца. В Париже бросили яйцо в кандидата на пост президента Макрона. По материалам сайта news.com.